И в завершение об экзамене, который сдают в новосибирском спецназе. Чтобы пройти испытания на право ношения голубого берета и тельняшки, которые отличают бойцов элитных подразделений, необходимо выполнить учебно-боевые задачи в самых сложных условиях. Всего аттестация занимает 2 дня. Первый начинается с психологических тестов, затем бег на 3 километра, метание гранаты и единоборство с инструктором. Во второй день 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности с оружием и снаряжением, но затем полоса препятствий. Те, кто успешно справился с заданием, получают из рук командира заветные символы мужества, чести и профессионализма.